Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Избиение младенцев Вифлееме. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремии, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач рыдания и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.